В поселке Мостовая появился отряд тимуровцев. Он объединяет детей и подростков, которые изъявили желание благоустроить свою малую родину. Ребят направляет их старший товарищ, молодая девушка, жительница поселка, студентка Ульяновского государственного аграрного университета Евгения Крылова. Ну, я начала организовывать отряд тимуровцы, начала собирать детей, дети сами пошли. Дети сами сказали, мы хотим чистую Мостовую, мы за экологию, надо убирать мусор, везде грязно, давайте делать субботники. Прилегающая к мосту зона очень зеленая, в нескольких метрах течет река Сельдь. Как считают сами ребята, это замечательное место отдыха. Только в последние годы его буквально забрасывают мусором, но не местные. Чтобы хоть как-то поддержать ребят, их благие начинания, председатель ТОС «Мостовая Слобода» Владимир Сидоров обеспечивает ребят всем необходимым. А Евгению Крылову принял в штат ТОСа. А вот эти ребятки у нас вырастут, это будет достойно нашей замены. Я уверен, что Мостовая будет у них в надежных руках, в их надежных руках. И, ну, честно сказать, считаю, что будет будущее у нас. Потому что когда раньше занимался вот этим всем общественной работой, думал, кому оставить. Вообще переживал, что никто никому ничего не надо, ничего не... А вот они как раз реально зажгли, вот как есть искорка. Планы у ребят грандиозные. В течение лета провести субботники на разных площадках микрорайона. А зимой проводить собрания с жителями, рассказывать и показывать им, как проводили лето тимуровцы, приводя в порядок территорию поселка. Вполне возможно, такие встречи будут совмещены с концертами, поскольку многие ребята входят в вокальную группу, созданную Евгенией Крыловой, и поют. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.